1965 год для Череповца был особенным. Город посетили знаменитые космонавты Леонов и Беляев. Тогда металлургическому комбинату исполнилось 10 лет. В этот юбилейный год родился будущий руководитель предприятия Алексей Мордашов. И еще в школе он решил стать экономистом, а получать профессию отправился в Ленинград. Закончив вуз, Мордашов вернулся в Череповец, пришел работать на металлургический комбинат. Судьба предприятия, судьба человека теперь накрепко связаны. Я могу с гордостью сказать, что я начинал свою трудовую деятельность вместе с большим человеком. Всегда производит впечатление умного человека, такого, знающего свое дело, скажем так, достаточно серьезно занятого делового человека, такое впечатление производит. Продвижение по карьерной лестнице молодого специалиста похоже на стремительный взлет. Директором по экономике и финансам Алексей Мордашов становится всего в 27 лет. В 30 с небольшим он директор завода. В 38 – доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2004 года. При этом, как не раз подчеркивал Мордашов в различных интервью, Москва родным домом так и не стала. Домом остается Череповец. Наш город, на мой взгляд, очень хороший город. Город-труженик. Город, который привык создавать и приумножать, и своим трудом создавать будущее для себя и для своих земляков. Наша слава, известность Череповца с каждым годом растет, и все больше и больше наш город становится известен и в нашей стране, и за рубежом. Чем больше успехов достигает «Северсталь», тем больше начинают говорить и о городе. В Череповец приезжают высокие гости. Побывали здесь и руководители страны Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Алексей Александрович, вот у вас программа есть корпоративная по поддержке женщин, которые выходят в декретный отпуск. Она у вас как организована? У нас есть программа, при которой мы, во-первых, отправляем женщин декретный отпуск. Сразу по получении справки о начале беременности отправляем декретный отпуск и выплачиваем среднюю заработную плату в течение полугода, даже больше, почти до года. Несмотря на сложности и кризисы, Алексей Мордашов с оптимизмом смотрит в будущее. Об этом он говорит в эфире федеральных СМИ. Что такое «Северсталь»? «Северсталь» – это горно-металлургическая компания, которая должна стать лидером в созидании своей отрасли. Лидером в стране или на мировом рынке? На мировом рынке. 2015 год. «Северсталь» превращается в эффективную, известную во всем мире компанию, работающую во многих странах и городах. Екатерина Машковская, Сергей Павлов. Новости.